В Маргаушском районе перед судом предстанет сельский депутат и его сообщник. 30-летний депутат собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского района и его 23-летний сообщник обвиняются в краже передвижного прицепа вагона дома. Ущерб оценивается в 210 тысяч рублей. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме. Кроме того, в целях установления их причастности к указанному деянию следователями допрошен ряд свидетелей, а также назначена и проведена судебная товароведческая экспертиза. Похищенный вагон-дом в настоящее время возвращен собственнику. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Маргаушский районный суд для рассмотрения по существу.